мое удобство людей. Посмотрите, это такой вот бассейн с панцнальчиками. Здесь сцена, на которой выступают. Университет Синергия. Тут чему-то, наверное, учат. Иначе как. Видимо, можно записаться, заявочку оставить и пойти учиться. О, Боже милостивый. И там подари дерево. Мечтай, люби, взлетай. Ну, не знаю, что это. Ну, в общем, это, видимо, вот высадка деревьев. Молодцы. Ой, какие же молодцы. Купишь дерево, высадишь. Я, правда, живу в лесу, у меня таких деревьев очень много. Здесь, я так понимаю, украшения. Эксперт на международной референс-службе в диагностике рака. Вот так. И что, йога – это танец дыхания. С ума сойти. Да. Так, вегетарианский ресторан. То, что я все время готовлю. Да, тут вот сладенькое есть. Вот они, вкусные штучки индийские. Но можно спросить, сколько стоит. Так, это вот рис с разными вещами. Молодой человек. Рис с разными приправками, да? Ну да, рис 250, приправы по 300. Все понятно, ага. Ну, 550, ничего страшного. Так, здесь вот тоже что-то такое. А там даже вкусненько. О, вау, мои любимые, придется купить. Так, идем дальше. Вернемся сюда еще. Ну как не потратиться? Ой. Так, идем дальше. Тут Ахмад-Ти, Сита. Что-то тут такое. Ну да. А, Индийский национальный центр. Что здесь происходит? Здесь они... А, это все промокод. И выигрывают. Это мы уже идем по другой стороне, друзья. Дэм Данс Радио. День Индии мерч. Что там за мерчи продаются, посмотрим. Ой, Боже милостивый, как же это все круто, а? Так, чашечки, мерчи. И майки. Майки вот такие, День Индии, понятно. И чашки, День Индии. О, и хорошие мерчи сделали, молодцы. Ну, чашка, День Индии. Ой. А сколько одна маечка стоит? Ну, там написано 250. Все, а, вот, да, спасибо. Идем дальше. Что тут у нас еще тоже?
Ох, везде народу скопление. Там что? Что здесь происходит? Чего-то непонятное. Леденцы в твоем кармане. А что бы это значило все? Кто не подскажет? Это кофейные леденцы, которые можно в карман положить. Да вы что? Конечно. И сколько пакет стоит? Это не продается. Подписывайте на ВКонтакте и бесплатно получаете. О боже, ну это я хочу снять, успеть. Это что у нас тут? Чай. Понятно? Чай. Так, вот сейчас я еще раз. Какие-то леденцы. Все-таки. Значит, смотрите, здесь надо подписаться ВКонтакте. И можно получить, скажите, подписаться. А, придется подписаться сейчас.